Чем занимается мемориал? Что главное в его работе? Он не дает нам, обществу, забыть о том, что происходит страной, когда ею управляют при помощи страха. Когда люди знают и помнят имена жертв, и, что очень важно, имена палачей, это гарантия того, что не произойдет рецидива, что все это не вернется. Вот именно этим мемориал нынешнему режиму и мешает, потому что он снова пытается создать систему, при которой страна управляется при помощи страха. Никак по-другому управлять они не умеют. И поэтому используется старинный рецепт. Сотри обществу память, заставь его забыть, искази историю и делай со страной что угодно.